Дубарь на улице. Потом покажу, сколько градусов. Но холодно. О чем видео? Я продаю аккумуляторы для снегоходов. Вот такие вот. Варта, Дельта там. Всякие разные. Вот, тут недавно продал аккумулятор человеку. Сейчас покажу. Вот какой. Вот такой аккумулятор. Прошло месяц, наверное, месяц прошел. Это новый аккумулятор. Вот. Прошел месяц. Месяц прошел, значит, сколько у меня градусов в гараже сейчас? 10 градусов в гараже. Представляете, какая погода на улице? Котел стоит на 65 градусов сейчас, а в гараже 10 градусов. Ну, короче, расклад такой. Приносит обратно, горят, не работает. Еле-еле запускается, неделю стоит, короче, теряет емкость полностью. Вот. Короче, меняй нам аккумулятор, но я пока решил его протестить. Вот я взял нагрузочную вилку. Вот она, нагрузочная вилка. Ниже 10 ампер, для тех, кто в теме, он при нагрузке не падает. Вот такой маленький аккумуляторик при нагрузке не падает. До 10 ампер. Нагрузка примерно 150 ампер. Ой, до 10 вольт. Это очень хороший показатель. Причем я не заряжал, мне привезли, как привезли, вот, все. Ну, ладно, я подумал, что... Может быть, он на морозе теряет емкость. Взял этот аккумулятор, поставил на свой ArcticCat и решил запустить. Крутит вообще идеально. Но видео не снимал, но крутит хорошо. Это было где-то минус 10 градусов. На следующий день пришел, было минус 15-20 градусов. Тоже крутит. То есть за ночь он у меня емкость вообще не потерял. Вот. Сейчас пойдем. На минус 35, наверное, 40. Ну, домашний градус не показывает. Минус 40. И вот этот вот приборчик тоже сколько-то покажет. Сейчас пойдем мерить. Значит, о чем я хочу сказать. Не всегда аккумуляторы бывают причиной поломки. Потому что аккумулятор новый. У меня была такая история с вартой. Вот именно с этой вартой, мото-вартой. Но на нем был ток отдачи 320 ампер, повышенный ток отдачи был аккумулятор, он не прослужил и недели. Это 100%, он замкнул, сколько я его не заряжал, сколько я его не пробивал, ну, короче, бесполезно, выкинул, сдал, короче, в утиль. А вот с этими аккумуляторами, которые выдают 250 ампер, вообще проблем не было, ни у кого. Поэтому сейчас пойдем в гараж и будем тестить, заведется ли ArcticCat в эту погоду со стартера. И одновременно протестим этот аккумулятор для клиента. Клиент, кстати, был приглашен на тест, но 2 дня он уже не едет ко мне. Видимо, так надо, да? Ну, чтобы я ему что-то показывал. Поэтому я сниму ему видео, чтобы он видел, как, что происходит с этим ионным аккумулятором. Вон собака от мороза прыгает, вся замерзла, домой просится. А? Собака? Собака? Домой просишься, да? Домой просишься, да, домой, домой, да, домой. Холодно? Так ты вышел 10 минут назад, а? Зимний ты пес. И домой хочешь. Пойдем домой. Так, ну что, смотрим на морозе. На улице, вернее. Ну, 36,6 градусов. На дереве. На дереве вообще 40. 39,9. Пойдем в гараж. Лишь бы айфона не села. Все, из рук валится, руки замерзают. Так, ну короче, вот что происходит с лампочками, бля. На таком морозе ничего не работает. Откроем двери.
вот стоит кот, пойду за фонариком, что делать, все, лампочки не включились. Так, вот стоит у меня 3 дня уже этот аккумулятор. Температура аккумулятора 46 градусов. Давай клеммы потрогаем. Где-то вот 42. То есть он стоит без брони, тут уже 3 дня варта. Вот. Температура мотора тоже 40. Ну, короче, везде 38, глушак 40. Сейчас сведем сюда. Вот двигатель. 41 градус. Коллектор выхлопной. Сам двигатель. 40 градусов. Вот. За веревку это чудо дергать вообще бесполезняк. Вообще бесполезняк, оно не работает. То есть, короче, вот это мордой в стекло, блядь, полетишь, когда за веревку будешь дергать. Ну что, проверяем. Вот стартер у нас, да? Еле-еле. Сейчас я, конечно, чуть-чуть попытаюсь его хотя бы провернуть, чтобы у меня хотя бы его раз дергать, чтобы стартер не так было печально все. Ну так-то вроде крутится. Масло, кстати, матюлевское. Сейчас покажу, какое. Оно обычное снегоходное. Snow Power. Ну, морозилка, конечно, жесткая, блин. Что, подсос откроем? На полную вообще. Ну, погнали, посмотрим, как он крутит. О, не заводится вообще, не заводится. Сейчас посмотрим еще, что у нас тут. Зажигание все включено, подсос на полный. Еще. Да ты что, завелся? Офигеть! Техника американская с японским двигателем. Блин. У меня зубы сводит, а он работает. Это пар изо рта. Ладно. Ну ладно, хоть буду знать, что он заводится в такой мороз. Минус 40. Посмотрим, может быть. Ну, морозов, наверное, больше-то не будет уже, таких диких, минус 40, наверное, это край. Вот, ну, как вы видите, техника запускается. Для ушатанного мотора, кто-то мне писал, это, знаете, завести его было бы вообще проблематично. Хороший двигатель, хороший снегоход, запускается в легкую. Ладно, пойду в гараж, сейчас сниму этот аккумулятор, пойду в гараж. Вы сами все видели, да, аккумулятор работает, Арктикет-зверь. Тоже работает, вообще проблем нет, запустился со стартера. Единственное, что меня в Арктикете напрягает, это то, что вот эта вот веревочка, которая по центру, да, ее вообще нереально дернуть, короче. Я не знаю, как его дергать. Я как пришел тут день назад, думаю, дай дерну посильнее. Я, короче, в это стекло улетел, блядь, от этого
от компрессии дернул так, что сам вперед улетел. Короче, ладно. Вот это меня напрягает. Вот эта веревка, она может в любой момент порваться, потому что дикое усилие при дергании, если ручным стартером заводить. Если откажет, например, электростартер, да, то этот, то как бы вот этот ручной стартер, мне кажется, вообще не выдержит. Пишите в комментариях, у кого эксплуатация уже давно осуществляется, может, как бы он и надежный, может, я что-то там накручиваю. Но мне кажется, что действительно, вот при таком морозе, вот как я продергивал, да, вот тихонечко, если я посильнее дерну, то это обязательно порвется. Я помню, на буранах мы трасса рвали металлические. А на таких морозах, если без паялки запускать, вообще там, ну, как бы, труба. Вот. А на Ямахе не рвал веревку, все было нормально, по-моему. Нет, один раз рвал, мороз тоже, да. Вот, один раз я порвал на Ямахе веревку. Но дело в том, что на Ямахе можно открутить и сделать, то здесь это целая история. Только, наверное, в гаражных условиях это можно, ну, в тундре это сделать вообще как бы проблематично. Ну, ладно, речь не об этом. Значит, что у нас? Получается, аккумулятор, вот я занес, нормальный. Я бы сказал, идеальный. Вот, видите, он весь оиневевший стал, на тепло попал. Вот, аккумулятор у нас вообще бодрый, аккумулятор хороший. Значит, причина у человека в снегоходе. Снегоход там четырехтактный, а тоже Arctic-Cat 660-й, да. Скорее всего, у клиента или замкнут, наверное, стартер на себя берет то, что он вот этот аккумулятор у него не крутит. Может быть, дело в проводке. Вот. Значит, там проблема может быть или в проводке, да, то есть плохая масса, плюс плохое там сопротивление какое-то. Или утечка тока, да, он садится из-за этого и не может прокрутить стартер за какое-то время. Ну, просто его что-то садит, там какое-то сопротивление, или лампочка там не выключается, или, ну, потребитель какой, короче, висит. Это уже надо разбираться ему. В данном случае аккумулятор я показал, что целый, аккумулятор работает, аккумулятор крутит в минус 40, как будто минус 0 на улице. Ну, сначала посопротивлялся, но это понятно, а потом двигатель уже раскрутился, и он его маслал очень хорошо. Для сравнения, вот у меня есть мой аккумулятор, который стоит на нем, с которым я купил, да, вот этот вот аккумулятор. Сейчас я покажу. Вот этот аккумулятор. По сравнению с Вартой это шляпа. Сразу скажу, сам садится, снимаю, заряжаю. Но пока вроде как работает. На маленьких морозах работает нормально, на больших морозах я пока его не проверял. Ну, обязательно проверю, потому что зима только начинается, морозы будут. Но вот он, вот этот вот мой родной аккумулятор, крутит в 0 градусов так же, как Варта крутит в минус 40. То есть изначально потом разгоняется, а Варта минус 40 так работает. Ну, то есть, ну, правильно, тут аккумулятору уже года 2, наверное, может быть и 3, а тому аккумулятору и 2 месяца нету после заправки. Так что вот такое видео, комментарии пишите внизу. Если кому-то интересно, если что-то я упустил, пишите. Все, на этом, пока.